показывал раунды с кувалдой, которые мы сегодня работали. Вот, выносится кувалда сверху, я наношу, и вот я работаю. Для тех, кто начинающих, ударник должен быть плоским, и вынос. Акцент в конце. Потом вторая рука. Вынос из верхней точки, удар центром сюда, потом со сменой рук. Со сменой рук. Да. В чем смысл заключается? Мы накручиваем и разгоняем поясницей и центром удар. Вот в тэквондо так бьют. Удары идут к земле, к низу понижение. Вот принцип. Корейцы достаточно одни из лучших ударников. Вот и шивали по всему. Вот выработка идет таким вот образом. Кувалда накидывается вот и бьется. Вот такая история. Сегодня я таких сделал 7 раундов в перемешку с гирями. То есть мне достаточно. Я видел, люди работают и по 20 кг ударник. Но я работаю вот здесь ударник 5 кг. Этого хватает для меня. То есть огромные веса, это тоже нагрузка на связки. Вот такая была история сегодня для Шикон ТВ.